Так, кольцо детектор мы, наверное, с вами сделали. Теперь подгрузим сюда с помощью этот цилиндрик. Сделаем его махоньким, потому что здесь уже невозможно. Ну, пойдем сюда тогда. Ну, конечно, выделять надо, естественно, сам цилиндр. И теперь деформацию. И сделаем махонькую. Бабушечку такую сделаем. Которую поместим вот сюда. Развернем. Поднимем малость. Так. Хорошо. Но не ровно. Где-то вот так. Так, теперь посмотрим, что у него с этими. Давайте мы ее превратим в полимеш. Сату. Вот он. И пойдем опять сюда. И, скажем, бевел нам нужен. Да? Так. Потянем. Скалируем. Нет. Не полигон, конечно, вот это скалер. Так, потом. Еще раз сделаем бевел. Таким образом мы так аккуратно ее закруглим сюда вниз. Окей. Угу. Ну, а здесь сейчас выберем полигоны, скажем, тоже немножко bevel сделаем. Теперь insert, вот так, да? Ну и вот отсюда уже можно тянуть вот эти полигончики. Еще раз сейчас выделим их. Экструд, все правильно. Потянули. Вот так. Первое сделали. Потянушечку первую сделали. Так. Вот здесь можно так оставить. Пока. Уничтожить несколько ребер и еще раз сказать бевел, чтобы, ну, чтобы все было покруглее. Вот так оно будет выглядеть более-менее симпатично. Так, а это, скажем, скалирование. Все, хорошо. Главное, чтобы у нас угол получился нормальный.
Посмотрим, можем ли мы его выровнять сейчас. Так. Если, допустим, у нас слишком большое, я подозреваю, что это слишком большое. Да, мы можем спокойно ее запросто повернуть. Отлично. Отлично. И дальше продолжим вытягивать до определенного момента. Берем Z-моделлер. Так, это что у нас? Выделяем теперь еще раз. Нажимаем Alt. Вот так. И сделаем еще чуть поменьше, потому что мне кажется, это все-таки большая труба. Можем мы теперь назад опустить, если скажем, допустим, Mesh и Polygroup Poly. Да, но как-то не очень хорошо она действует. Вернемся маленько. И подвинем вот так. Вот так. Сделаем ступеньку такую. Тоже можем немного ее вот так подвинуть сюда. Вот так это будет интереснее выглядеть. И здесь insert. Хорошо. Вот теперь-то мы ее потянем так, как нам нужно. Так. Выделим полигончики. И скажем, что это у нас экструд. Вот так вот. Будет довольно-таки интересно. Да. Теперь попробуем ее подвинуть. Еще раз. Rotation сделаем. Так, я думаю, будет в порядке все. Отлично. И дальше. За моделером. А почему это у нас тут расставается? Интересно знать. Во всяком случае, интересно получилось. Оставим так. Снимем все выделения сейчас. И выделим только это. Струд. Пошли. Вот и все. Так что это даже интересно, как это так получилось. Здорово. Так. Маленько поменьше, поменьше, поменьше. Я не думаю, что для мухи-цокотухи нужно прям в полный рост делать. Нам осталось сделать вот тут загиб, ручку и поставить коробочку с оплеткой такой, проводочек для записи сигнала. И все, она будет готова. Но это уже в другом видео.